Как мы видим, все эти 7 игр платят, на них можно неплохо заработать, ссылки оставлю в описании, вы можете уже начать зарабатывать в интернете на играх. И всем доброго времени суток, народ, с вами BlockMarket, и сегодня у нас 11 сентября, я хочу показать топ-7 экономических игр с выдворением денег, на которых можно неплохо подзаработать, также уже выплаты на кошелек Payeer. Первая у нас игра Cosmo Game, вторая Money Fontans, третья Money Gnomes, четвертая Rich City, пятая Money Dragon, шестая Money Town и седьмая Milky Farm. Все эти игры заработают и стабильно выплачивают. Также расскажу, как в них начать зарабатывать, все здесь очень просто, но для начала покажу выплаты. Так, первая игра Cosmo Game, заходим заказать выплату, буду вводить на Payeer везде, нажимаем. Сегодня выйду 97 рублей, заказываем выплату. Видим, успешно выплачено, я уже очень много раз его вводил, 500 рублей и по 400. Переходим в Payeer, обновляем. Так, видим, что плюс 96 рублей с игры CosmoGame.pro. Вторая игра Money Fontans. Заходим в кабинет и заказать выплату тоже на Payeer. Так, 60 рублей, заказываем выплату. Успешно выплачено. Так, переходим в Payeer, обновляем. Плюс 59 рублей 43 копейки с игры Money Fontans. Третья игра Money Gnomes на Payeer. Итак, 44 рубля, заказываем выплату. Тоже много раз вводил, оператор работает. Успешно выплачено, переходим в Payeer, обновляем. Плюс 43 рубля 58 копеек, игра платит. Четвертая игра Rich City, это игра долгожители, она работает 2 года. Так, на Payeer. Вывожу 22 рубля. Здесь я очень много раз вводил. Успешно выплачено, переходим в Payeer, обновляем. Плюс 21 рубль 97 копеек с игры Rich City. Так, следующая игра Money Dragon на Payeer. Итак, заказываем выплату. Успешно выплачено, переходим в Payeer, обновляем. 59 рублей 75 копеек с игры Money Dragon. Следующая игра 6 Money Tavern, тоже на Payeer вывожу. Так, 33 рубля, заказываем выплату. Успешно выплачено, переходим в Payeer, обновляем. 33 рубля 38 копеек с игры Money Town. Итак, последняя 7-я игра, Milky Farm. Заказ выплату 10 рублей, тоже много раз вводил. Успешно выплачено, переходим в Payeer, обновляем. Плюс 9 рублей 90 копеек с игры Milky Farm. Ну а теперь, народ, хочу рассказать, как же начать зарабатывать на этих играх. На примере Cosmo Game, все эти игры между собой похожи, у них одинаковые регистрации, регла очень простая. Как вы зарегались, обязательно заходит в настройки профиля во всех играх. И здесь мы привязываем учетные реквизиты, можно Payeer, Kiwi и Яндекс. Все привязали, потом переходим в пополнение баланса. Обязательно игровой баланс пополняем. Так, платежная система здесь Payeer и FreeCassa. В Payeer FreeCassa у нас есть Kiwi, Яндекс деньги, WebMoney, мобильные телефоны, карты, криптовалюты, обменники. Различные есть акции при пополнении. Все, пополнение баланс, отлично. Потом переходим к планету. Во всех играх мы зарабатываем на фонтанах, там на гномах, на любых зданиях, то есть, грубо говоря, на персонажах, там на предметах. Все покупаем здесь планет, например. Чем дороже планета, тем больше, конечно, она прибыль приносит и быстрее окупается. При регистрации во всех играх дается бонус. Все купили планет, например. Потом переходим в космос. Планет приносит нам прибыль игровую. Собираем эту всю прибыль и продаем на серебро. 100 прибыли равно 1 серебро, и 100 серебра равно 1 реальный рубль. В пропорциях здесь распределяется 50% для покупок, 50% на вывод. Потом деньги можно вывести, то есть вот это серебро. Есть реф-программа во всех играх. Здесь ваша есть ссылка на приглашение людей. Партнерка во всех играх очень щедрая, по 5 уровней. То есть, приглашая друзей в игру, вы заработаете еще больше. Есть такие баннеры красочные. Так, конкурсы различные, бонусы, ежедневный бонус, мастер-час, и во всех играх есть серфинг. Это серфинг для заработка без вложений. Кликайте по баннеру, переходите на сайт, у вас проходит таймер, вы проходите капчу и за это платят денежки. Все очень просто. Техподдержка есть, обменник, игры между собой похожи, вот видим, что вкладочки даже одни и те же. То все так же, различные бонусы при пополнении, выплаты можете глянуть. Вот моя выплата, льет на Kiwi, получается Яндекс, Payeer, Money Dragon, здесь на дракончика зарабатываем. Так что такие игры, я думаю, они стоящие,
на них можно заработать. Ссылки я оставлю в описании, смотрите, ознакомьтесь, пополняйте и зарабатывайте со мной. Всем удачи и всем профита!